Дорогие друзья, нас ожидает интереснейший бой. Баргисян Барсигян Арам, Мазаев Малрадж. Это, наверное, одни из лучших бойцов нашего полуострова. Я повторюсь, что Арам – это серебряный призер нашей страны. И Малрадж – человек, который много-много лет выступает на турнирах по карате Кёкушинкай. И отличается очень своеобразной и нестандартной техникой. Что, исходя из происходящего, опять просматривается серьезная разница в классе. Вот. И Барсигян Арам, безусловно, видит и понимает, что происходит. И, по-моему, читает своего противника как открытую книгу. Сейчас он посмотрит все его предпочтения, его рефлексы. И, скорее всего, воспользуется этим. И, возможно, скорее всего, не безуспешно. Лоу-кик. В ответ лоу-кик. Хорошая комбинация. Раз, два, три, печень. Хороший акцент. И это победа. И это победа. Красивейший удар. Красивейший четкий удар от Барсигяна Арама. Ну, надо отдать должное Малраджу. Пропустив это и продолжить бой, дорогого стоит. Безусловно, мужественный человек, воин. И надо сказать, что этот человек прямо с корабля, в общем-то, участвует в нашем турнире в прямом смысле. Это военный человек. Прямо с рейса сюда. Но, безусловно, нет ничего неожиданного в его движениях. Арам выглядит, безусловно, очень старовито. Вот, его движения полны поэзии. Это безусловно. И, как вы видите, удостоился аплодисментов. Зрители восхищены этими бойцами.